Мешканці вулиці Шкільної брали участь в осінньому суботнику, ініційованому Юрієм Шаповаловим. Підтримають ініціативу народного депутата і цьогоріч, 25 квітня. Говорять, на суботнику сусіди згуртувалися і спільно навели лад у своєму дворі. Вы знаете, когда первая беседа вот пошла, я ходила по дому, беседовала с жильцами, сразу как-то было вот такое недоверие, как-то, как это так, субботник, да не знаем, да, то ли выйдем, то ли много причин находили, выйдем, не выйдем. А потом, когда день этот наступил, я сама, вот настолько мне было это приятно, настолько, когда увидела, каждый подъезд активно выходили, я ожидала человек 10, вышло 25. Юрию Анатольевичу особая благодарность, что стимул, вы понимаете, когда вот дают, нате, пожалуйста, вы работаете. Приймайте участь. Люди це прийняли дуже навіть з такими емоціями положительно. Восени фарбували і прибирали сміття, навесні планують озеленювати двір. Люди настроєні на суботник і готові прийняти участь. Красить у нас як будто би вже все так покрашено. Ну, красиво, ну, да, наведемо порядок, чистоту, да. Там десь щось посадимо, цвіточки, клумбочки. Кустарники, я думаю, що нам озеленіння зробимо. В ході виїзного засідання активісти штабу вивчили потреби учасників суботника. Наприклад, мешканцям цих дворів потрібні саджанці. Вони планують розбити нові клумби. І традиційно найактивніші учасники суботника отримають призи. Ті двори, які максимально якісно вийдуть на суботник, максимально людей приймуть участь і зроблять в своєму домі найкрасивіший, самый хороший субботник, они, естественно, будут поощрены определенными призами. Это будет и освещение, ну и плюс, соответственно, будут площадки. То есть небольшие, как бы, ну, может быть, как раз в вашем случае да, и было бы очень даже актуально. Есть место вот для площадки. Ну, так, поэтому я думаю, давайте все вместе сделаем, чтобы у нас был самый лучший субботник. Минулого року мешканці Раківки, які згуртувалися і спільно навели лад в своїх дворах, отримали заохочення у вигляді ось цього дитячого майданчика. Организаторы запевняют, далее будет. Мы встречались с большим количеством инициативных групп, которые готовы проводить субботник в своем дворе. И практически у всех одни и те же проблемы. Проблема этой зеленых насаждений и облагораживания территории. Поэтому мы будем стараться помочь принять участие и провести на должном уровне подготовку к весеннему субботнику всем желающим, кто хочет в этом, так сказать, принять в этом участие.